Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War 4 часть, ребята. Идем с Атреем, это мой сын. И пришли мы домой. Иди в дом, сын. У Атрея умерла мама. В общем, они собирали дрова для того, чтобы ее сжечь. Вот, собственно говоря, и похоже, он решил собрать этот пепел. Кратос грустит. Да, точно собрал в мешочек и будет хранить его. Так, ну что, надо хоть какой-то еды приготовить, столько по лесу ходили. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Разговор про тролля идет. Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Можете посмотреть в предыдущей серии «Битву с троллем». Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Убей давай. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Так-то Кратос всегда тоже злой был. Это он сейчас уже научился. А кто реально, кто пришел? Эй! Выходи! Чужак какой-то. И к чему теперь прятаться? Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол. Живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Сказал лезь, лезь. Давай лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Слышь, ты чё весь изрисованный-то? Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же, я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Ах ты, нифига себе! Вот это расклад. Пошел. Пошел вон отсюда. Из моего дома. Ну,
Для этого тебе придется меня убить. Кратос еще терпит такое, блин. Ах ты! Я предупреждал. Во! Наконец-то! Бам! Все! Пока, чувак! Ты не послушал. Слабачок. Нефиг нарываться. Дело у нас не пойдет. Ладно. Ох ты, ничего себе какой. Вот это он меня швырнул. Посмотри, какой он крепкий-то, оказывается. Щегол. Ничего себе. Так, ладно, сейчас будем разбираться с ним. Ой, жестокое разочарование. Давай же! Давай же, ну, на! Отлетаешь, чувак. Бесполезно. Все бесполезно. Все нормально. О, нифига он от него. О, деревья сломал я. Ты мне тут деревья-то не ломай. Скучен. Ух ты. Погоди, погоди. Стой, щит, щит. Ничего себе, он маг какой-то. Так, а где топор? Нифига ты даешь. Ага, топор. Он вообще себя возомнил бессмертным. Иди сюда. Ну-ка, схватить его можно, нет? Ты, дядька, ты чё? Ты чё такой дерзкий, а? Топор, где мой? Верните топор. Давай, бей его. Ого, он даже щит не помог. Иди нафиг. Не, ну он что-то вообще, у него и жизни дофига. Отходим, отходим, он, короче говоря, не попадает. Вернее, он попадает ко мне. Щет, давай. Где? Как с ним бороться? Мощный, реально мощный паренек попался. Зачем он пришел сюда? Взял ко мне домой еще, проломил дерево. Ах ты! Вот это он меня нахлобучил. Да хорош! Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Не твоего ума дело, понял? Так, что нажать? Еще две кровати ему спрашивают, зачем тут две кровати? Прочь из моего дома! Пошел отсюда! Так, тихо, что разошелся-то? Кратос, давай, вставай. Задел за живое, да? Так, сейчас. Надо ему втащить как следует. Иди сюда. Кого ты прячешь? Тебе уже без разницы будет, я сейчас с тобой. Ты медлителен и стар. Не надо закончу. Было тебе приходить в Мидгард. Так, у него уже. А, у него ХП восстановилось, нифига. Ну что, еще раз? В смысле еще разок? Слишком много слов. Давай. Так, парировать атаки, как там было? Он меня все равно прессует больно, что-то больно зажал. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Не смей, понял? Ярость включаем. Иди сюда. Не, ну он зря пришел, реально вообще зря. Не понимаю, на что он рассчитывал вообще. Кто там? Придя к Кратосу. Кого ты от меня прячешь? Я уже. Тебе реально уже будет без разницы, понял? Сейчас тебя прибью. Где он там? Ты все еще скучен. Ничего не скучен. Не, он вообще реально такой крепкий, дерзкий. Ладно. Не, ну такую дерзость я точно не прощаю. Ох ты! Стоп! Начинаешь опять. Лови! На!
Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо! Теперь мой выход. Давай его уж добить пора. Сильно, это было сильно, реально. Нифига он мощный какой. Передвигается так быстро. Лови его. Вот, можно было давно так швырнуть. Бам, с камушки полетели. Боксерская груша. Ой-ой-ой-ой, сейчас все это упадет, походу. Ну-ка. Вау, Кратуса вообще нету пощады никому от него. Бамс, и все. Че, он вылезет, интересно? Нет, вон там все разрушилось даже впереди. Ну так-то уже побитый Кратос идет, ему тоже больно. Все, надо домой валить. Где дом? Что-то как-то мы далеко от дома оказались. С этим дурачком что дрались. В смысле, что там? Опять что ли он жив? Ай-яй-яй-яй-яй, какой же он крепкий-то, а? Надоел ты мне уже. Один послал меня сюда. Мне нужна была лишь правда. Но тебе надо было застроить гордеца. Давай, бей со всей силы. Я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Но прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Ах ты! Да как так-то? А как мне с ним бороться тогда? Бессмертный какой-то. Не-не-не-не-не, куда ты полетел-то? Так. Давай наверх опять. Ничего себе, я тут прокатился. Ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А как? Как без этого? Просто меня убить хотел? Ну-ка, отойди. Тебе не победить. Я ничего не ощущаю. А вот ты ощущаешь все. Ну, не сдаешься. О, у меня все восстановилось. Если не мой брат, если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Но нет. Покончим с этим. Иди сюда. Тебе не победи. Так, тихо, тихо. А как я так... Как он по-другому теперь стал бить как-то сверху? Иди сюда. Тихо, 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 щитом надо блокировать обязательно. Опа, вот так, вот здесь опасно, он как-то меня бьет сильно. Да что такое-то, а есть аптечки тут, есть, нет? Да тихо! Так, бежим, 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 главное, чтобы он на меня не прыгнул. А, вот он, я отпрыгнул, кстати, от удара. Да на уже! Что-то у меня жизни-то уже мало. На! Давай еще раз. Да больно же так, а? Мне так хпшки не хватит. Побежал. Ой, что нажал там? Так, 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 щит быстрей. Улетай давай. А где залечка-то? Ну, давай, его вот, уже чуть-чуть осталось-то ему. Ну, как бы не совсем чуть-чуть, но... Надо добить, уже осталось. Бей. Побежали, блин, а то сейчас... Присанет. Давай, 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 бей. Больно.
Я сейчас погибну так. Ну чуть-чуть осталось-то добить. Нет, 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 не бей меня. Мало жизни, как мне его прибить? Чуть-чуть ему осталось-то. Во, наконец-то. Все, братан, хорош. Давай тебе вниз пора уже. Нет, не уйдешь от меня. Я надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Ай, все. Че, на этом все? Или он еще раз встанет? Нет, на этот раз он не встанет. Главное Кратосу теперь как-то до дома добраться. Да уж, вот такие поприходят какие-то чуваки. Ну что, идем домой. Надо Атрея проверить, где он там. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Ну не готов, подготовить надо, значит. Да, мы тут устроили. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал. Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Да сейчас научится, ладно, пацан нормальный, смышленый. Стреляет из лука неплохо. Так что все окей. Гора. Путь будет долгим. Отмеченные да. Деревья выполнены. Гора Атрей. Путь горе. Случилось? Продолжим свой путь, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И всем удачи. Всем пока.